В преддверии 8 марта на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Через столицу Чувашии РЖД запускает два дополнительных поезда – Москва-Чебоксары и обратно. Пиковые даты выезда пассажиров в регионы ожидаются 4 марта, в обратном направлении – 8 марта. Поэтому из Москвы в Чебоксары дополнительный рейс отправится 4 марта в 22:08. Обратный поезд Чебоксара-Москва выезжает 8 марта в 22:45. В случае роста пассажиропотока администрация РЖД либо увеличит количество дополнительных рейсов, либо прикрепит новые вагоны в уже назначенные составы.